Матвей, бери, попробуй курс правее взять. Ага, вот так вот. Нормально. Борис, у нас 101. Ты располовинил, Саня. Нет, я вообще сразу. Иди располовинь. Потом я тебе скажу, кто первый. Первый раз за его делайте. Да, он первый раз. Кирилл, одень его, а? Сиди все. Чтобы он сидел. Чтобы он тоже дождался веревки. Костя? Да. Хорошо. Можно не торопиться. Вытащи рационный баул. Остальное распредели, чтобы у тебя нос в воду не зарывался. По весу. И пристегни свои лыжи на санки. А, Жень. Женя, ты тоже на свои санки цепляешь лыжи и лыжные палки. Подожди, Матвей! Подожди! Все, давай! Все! Дальше, дальше, работай.
Так, а у кого у нас третий костюм? Вот иди. Сюда его несите. А, три. Саша, голову сильно назад, нет, понятно. Вообще ты будешь держаться за веревку и все. За санку. Голову, когда плывешь, вот так вот и делаешь. Так, справа был. Ложись. Сюда так два костюма было. Так? Смотри. Да, перетянешь лодку. Вот эту лодку он сейчас опустошит, но и обратно перетянет. Я надеюсь. Ну ты сейчас просто смотри там один. Я его подвижу, я там как вот это все будут плавать. А он будет. Ну какой лодок? А вот ты костюмы, ты должен отвести. Да, ты как держись за веревку, что повесишь. А он прямо. Ну-ка вот я, ну можешь это, вот как попробуй костюм. Короче, если первый поверхность. Вот, сколько надо включать. Емку вот тут нажмешь, то снимать. Ну она и вот это, и 8 будет. Под водой. А просто я остаток. Так, теперь нам надо тут освободить место, потому что сейчас будет не бегать туда уже. Человека встают за лодки и тогда